Друзья, здравствуйте, с вами Катя на канале «Мой урожайный огород». Когда же копать молодой картофель? Важно знать, что отсчет времени до срока, когда можно копать молодую картошку на еду, идет с момента образования бутонов. Картофель формирует свои клубни одновременно с появлением бутонов и продолжает расти до увядания ботвы. Сам период цветения куста где-то 14 дней, то есть 2 недели. В это время смысла копать картошку нет. Она будет без вкуса, сильно водянистой и маленького размера. Копать молодую картошку можно только после цветения через определенный промежуток времени. Клубни размером до 6 см вырастают за 21 день. А при благоприятных погодных условиях можно попробовать выкопать молодую картошку примерно через неделю-две после цветения. Если хотите получать больше полезной информации и не пропускать интересные видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем до свидания!